В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Анна Пилипец. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Помощь бизнесу. Какие новые антикризисные меры разработало правительство? Филармония школьников. Детская школа искусств знакомит ребят с миром музыки. Золото, серебро и две бронзы. Медальный урожай первенства России по русским шашкам собрали воспитанники Дворца детского творчества. Далее расскажем обо всем подробно. Практически каждый день правительство сообщает о новых мерах поддержки и простых граждан и бизнеса. Например, это отсрочка по кредитам, выдача льготных займов, мораторий на некоторые проверки. Подробнее о действующих на сегодняшний день мерах поддержки рассказала директор ЦПП Евгения Калачева. Промышленность, IT-сектор, агропромышленный комплекс. Правительство определило наиболее приоритетные сферы для того, чтобы разработать меры для их поддержки. При этом все понимают, что от санкций пострадали все отрасли, и им тоже нужна помощь от государства. Пакет антикризисных и антисанкционных мер для бизнеса, который приняли в первой половине марта, уже достаточно структурирован. Предоставление поддержки регламентирует различные нормативные и подзаконные акты. Их приняли в том числе и на уровне регионов. Из антикризисных мер можно говорить об отсрочке по кредитам, взятым до 1 марта 2022 года. Опять же, порядка 70 видов деятельности предприятий, которые могут претендовать на отсрочку по кредитам. Это именно кредиты для бизнеса. Ранее условием предоставления этой рассрочки было падение прибыли на 30%. Теперь отсрочку получают все, кому это необходимо, независимо от падения выручки. Она распространяется на проценты. Также стартовала программа льготного кредитования. Все льготные продукты, которые предоставляются в рамках государственной поддержки, не через коммерческие банки, да, а через агентство гарантии микрофинансовой организации Нижегородской области, через фонд развития промышленности, эти ставки увеличиваться не будут. То есть остается возможность получения льготного кредитования, в том числе на пополнение оборотных средств. Большую поддержку окажет IT-сектору. Это и гранты, и нулевая ставка по налогу на прибыль, льготные кредиты по ставке 3%, помощь сотрудникам в решении вопроса с жильем, отсрочка от службы в армии. Для всех организаций вводят мораторий на проверки. Это не на все проверки, а на плановые проверки контролирующих органов. Часть направлений проверок, особенно те, которые непосредственно связаны с угрозой жизни, здоровью, да, работающих, в том числе, ну, людей, да, эти проверки будут проводиться. Полностью интервью Евгении Калачевой о мерах поддержки для бизнеса смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале «Саров-24». Прием заявлений в первые классы в регионе стартует 1 апреля. Зачисление будущих первоклашек будет проходить в два этапа. С 1 апреля до 30 июня включительно будут принимать заявления от родителей детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право на зачисление. Подать заявление можно несколькими способами. Существует большое количество способов для подачи заявлений в первый класс. Это портал образовательных услуг Нижегородской области, это региональный портал государственных услуг, это личную образовательную организацию. Сохраняется право родителей подать через МФЦ. Также родители могут подать заявление на электронную почту образовательной организации, но специально созданную. То есть нужно быть внимательным, какую электронную почту родитель должен направить свое заявление. А также через услуги связи. Второй этап подачи заявлений с 6 июля до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. То есть в течение этого этапа можно подать заявление в школы другого района. 31 марта в 19 часов в онлайн-формате пройдет областное родительское собрание. На вопросы будут отвечать Давид Милигусинов, заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области, и Ольга Петрова, министр образования, науки и молодежной политики региона. Спикеры планируют осветить такие темы, как проведение ЕГЭ и ОГЭ, организация учебного процесса, дополнительное образование и внеурочная деятельность, питание школьников, ремонт образовательных организаций, цифровизация образования, организация летнего отдыха, проведение всероссийских проверочных работ и другие. Ссылку на прямую трансляцию можно найти в группе «Образование 52» в социальной сети ВКонтакте. Мобильным операторам рекомендовали отменить безлимитные тарифы и сократить объем интернет-трафика абонентам, сообщают Минцифры. Ведомство направило в адрес операторов письмо с призывом обеспечить равномерную нагрузку на сети, чтобы сохранить качество связи. Другая важная информация в подборке коротких новостей.
Получить отсрочку от армии могут молодые люди в возрасте до 27 лет с высшим образованием, работающие в IT-компаниях не менее года. Постановление о порядке отсрочки от службы для IT-специалистов подписал глава Кабинета министров Михаил Мишустин. Под его действия также попадают специалисты со стажем менее года, если они окончили вуз за год до назначения на должность. Для того, чтобы получить отсрочку для своих специалистов, компании должны сформировать их список и отправить Минцифры не позднее 1 мая нынешнего года. Обобщенный список ведомства передаст в Минобороны, которая, в свою очередь, формирует итоговые списки и отправит их в военкоматы. Нижегородская область вошла в тройку лидеров по количеству заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». На форум уже подано 2266 идей от 4330 участников из 23 регионов. Самые активные субъекты – Москва, Самарская и Нижегородская области. Сейчас потребность в идеях для развития России еще больше возросла. Обязательно поможем воплотить в жизнь лучшие проекты. Приглашаю принять всех участие. Возможность сделать это еще есть, сказал губернатор региона Глеб Никитин. За первую неделю на большее число заявок пришло по направлениям «Национальная социальная инициатива», «Развитие регионов» и «Открытый разговор». Прием заявок проводит Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс» до 22 апреля. В период весенних каникул школьники четвертых классов собрались во Дворце детского творчества, чтобы познакомиться с произведениями Евгения Шварца. В рамках проекта «Читаем вслух» ребята послушали и прочитали сказки «Рассеянный волшебник», «Два брата» и сказку о потерянном времени. 10 часов утра. Идут школьные каникулы. Самое лучшее время для домашних посиделок. Но во Дворце детского творчества уже собрались десятки ребят, которые ждут начала мероприятия с предвкушением и волнением, потому что многие из них здесь в первый раз. Проект «Читаем вслух» открыл свои двери для четвероклассников школ города. Пока они в начальных классах, мы их не берем, и им очень хочется. Они знают, что это есть, учителя знают, что такой проект есть, и когда наступает наконец их очередь, они с таким упоением выходят и читают. Наверное, вы тоже обратили на это внимание. Да? И самое главное вот в этом процессе удержать их внимание на протяжении лет. С 4 по 11. На этот раз в связи с юбилеем писателя Евгения Шварца школьники прочитали вслух несколько его сказок. Самой первой и самой яркой по исполнению стала сказка о потерянном времени. Потом подозвал он к себе волшебников и заговорил негромко. Господа волшебники, знайте, ребята, которых мы сегодня превратили в стариков, еще могут помолодеть. Также ребята познакомились со сказкой «Рассеянный волшебник» и прочитали отрывок из произведения «Два брата». И, конечно, остановились на самом интересном месте, чтобы потом четвероклассники смогли дочитать сказку дома самостоятельно. Мне она очень показалась интересной тем, что все-таки интересно, как она закончится, и найдут ли старший брат младшего. И я обязательно ее дочитаю. Больше всего мне запомнилось, когда я выходил читать сказку «Два брата». И я, правда, очень сильно переживал, но все равно прочитал. Я обязательно читаю эту сказку, так как мне начало показалось очень интересным. Следующая встреча проекта «Читаем вслух» пройдет 12 апреля. Школьники пятых классов прочитают повесть Юрия Дружкова «Приключения карандаша и самоделкина». Филармония школьников. В дни весенних каникул детская школа искусств продолжает многолетний проект по приобщению подрастающего поколения к миру музыки. Педагоги и воспитанники детской школы искусств приглашают в гости учеников городских школ и знакомят их с музыкальными инструментами. Баян, аккордеон, гитара, пианино, скрипка – все инструменты, на которых учат играть в детской школе искусств, педагоги и воспитанники представили на филармонии школьников. Ребят, которые в этот день пришли в гостеприимный зал школы, ждало погружение в сказочный мир музыки. Произведения классиков, детские песенки, мелодии из знаменитых фильмов. Юные музыканты за время пандемии соскучились по полному залу зрителей, а зрители соскучились по концертам, которые можно посмотреть вживую, а не на экране телевизора. Мне очень понравилось, кажется, концерт был великолепный, радостный, счастливый, хороший. И еще мне из выступлений больше всего понравилась тоже девочка, которая играла на флейте, там, по-моему, была. А еще мне, понравился тоже мальчик, который играл на фортепиано. Филармония школьников проходит в том числе в рамках агитационной кампании. Скоро детская школа искусств начинает набор на новый учебный год. Такие мероприятия своего рода дни открытых дверей для тех, кто выбирает, на какое отделение поступать. Планируем принять порядка 200 человек. Это бюджет и вне бюджет. Обучение у нас начинается с 3 лет для самых маленьких саровчан. А на бюджетное отделение можно поступать с 6 лет.
вокал, музыкальные инструменты, архитектура, хореография. Также можно попробовать себя в хоровом пении. Вся информация о поступлении будет опубликована на сайте Детской школы искусств. Воспитанницы Детской школы искусств стали лауреатами сразу нескольких вокальных конкурсов. Дарья Чернова стала лауреатом третьей степени на международном конкурсе Чайковского. Подробности расскажем далее. Обычно международный конкурс имени Чайковского проходит в Италии, Сан-Ремо. Но в этом году из-за пандемии конкурс впервые прошел в заочном формате. И воспитанницы Детской школы искусств поспешили воспользоваться таким шансом. Юная вокалистка Дарья Чернова представила произведение на итальянском языке перед серьезными судьями из Италии и Москвы. Даша Чернова в этом конкурсе стала лауреатом третьей степени. И ее пригласили в Москву выступить на гала-концерте в консерватории Чайковского. Это очень хорошо, лауреата на таком конкурсе, даже третьей степени, это вообще здорово. Это очень серьезный конкурс, поэтому я очень рада, что я хотя бы третье место заняла. Я старалась занять первое место, но меня даже третье радует. Это уже, правда, не первый серьезный конкурс. Я рада третьему месту. У меня прям такие очень хорошие впечатления. За последние несколько месяцев воспитанницы Дарьи Кварта участвовали в нескольких больших музыкальных конкурсах. И в каждом из них девочки показали хорошие результаты и получили дипломы лауреатов. Педагог также растет и добивается успехов вместе со своими ученицами. Дарья Александровна стала трижды лауреатом первой степени на фестивале искусств «Зимняя сказка» и получила специальный приз – бесплатное участие в следующем конкурсе. Мне очень понравилось. Мы давно не выступали, поэтому наконец-то появился шанс выступить. Я принесла с собой дипломы лауреата первой степени, 2, и еще 2 диплома лауреата второй степени. Мы сначала учим песни, и потом поем на конкурсе. Сейчас юные вокалистки уже готовятся к летнему сезону и разучивают программу на конкурс, который пройдет в Санкт-Петербурге в культурном центре Елены Образцовой. Чемпионка России по шашкам живет в Сарове. Воспитанница Дворца детского творчества Алиса Рубцова стала обладательницей золотой медали на первенстве России. Также девочка завоевала серебро и бронзу. Еще один ученик ДДТ Тимош Трегунов стал бронзовым призером первенства. Подробности об успехах шашистов расскажем далее. В марте в Самарской области прошло первенство России по шашкам среди школьников младших возрастов. Саров на нем представляли 3 воспитанников Дворца детского творчества. Результаты впечатляют. Ребята привезли 4 медали – 2 бронзы, серебро и золото. Алиса Рубцова в молниеносной программе заняла 3 место. В быстрой была в шаге от победы, но не хватило дополнительных показателей. А вот в классической программе показала все, чему научилась на занятиях во дворце. Всех соперниц обыграла, всего лишь 2 ничьи у нее было, набрала 16 очков из 18 возможных и стала чемпионкой России, победительницей в основной классической программе. Алиса уже 2 раз участвовала в первенстве России. В прошлом году она стала серебряным призером. Ее имя часто мелькает в списке победителей соревнований регионального уровня. Глядя на список достижений Алисы, сложно поверить, что ей всего 9 лет. Почти 4 года девочка занимается шашками. Самая сложная шашка, что надо думать, искать, рассуждать. Нужно иметь большое терпение. Я хочу в конце мая поехать в Сочи на соревнования. Хочу получить 3 медали золотые. Тимур Стегунов ездил на первенство вместе с Алисой. Участвовал во всех программах, сыграл 27 игр. Результат Тимура – бронзовая медаль в классике. То, что они какие-то загадочные. Кто-то считает, что это легкая игра, а кто-то наоборот, кто в ней разбирается. Кроме того, недавно команда Дворца детского творчества участвовала в онлайн-турнир «32 поля» 7-го комплексного образовательного проекта «Москва-Крым. Территория талантов». Саровчане разгромили все московские команды и завоевали кубок. Самое главное, я считаю, здесь сочетание 3 качеств, вернее, 3 составляющих успеха ребенка. Это способности какие-то определенные к игре, это заинтересованность родителей и желание тренера развивать своих детей, своих воспитанников. Вот эти 3 качества, 3 стороны развития, они как бы вот в этих детях совместились, удачно такой пазл сложился. 3 апреля в Нижнем Новгороде пройдет первенство городов Нижегородской области. Дворец детского творчества выставит свою команду, куда войдут Алиса Рубцова и Тимур Стегунов. Ребята будут соревноваться со взрослыми спортсменами.
И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.